Всем привет и спасибо, что в очередной раз заглянули ко мне на кухню, где мы с вами готовим вкусно, быстро, красиво и полезно. Дорогие друзья, сегодня у меня для вас сюрприз. Мы с вами сделаем изумительный тортик на а-ля французский манер. Это может быть что-то типа Рафаэлло шоколадное, или же я его назвала трюфельным тортиком. Необычайно вкусный, легкий и полезный тортик, который мы будем делать, опять же, без какой-либо пшеничной муки и без сахара. За основу у нас пойдет всего лишь 2 ложечки цельноземной рисовой муки. 2 ложечки, это ничто на этот объем, да? И также вместо сахара мы с вами добавим мое любимое яблочное пюре. Ну что, я вас заинтриговала? Тогда идемте готовить. Для нашего торта нам понадобится миксер для взбивания, сама миска, небольшая форма для выпекания теста, маленькая силиконовая лопатка, полотенечко и из продуктов питания масло растительное, чтобы мы с вами спрыснули нашу форму. 3 яйца для теста пойдет у нас, 200 грамм яблочного пюре, у меня домашнее, без добавления сахара. Щепотка соли, немножко ванилина, 200 грамм шоколада и 2 ложки цельнозерновой рисовой муки. Ну а для глазури я взяла 100 грамм шоколада. Шоколад у меня 75%. Я меньше не беру, лучше, если мы готовим полезно, брать такое 75-80%. 25 грамм у меня миндальных таких слайсов или стружки, что у вас имеется в стране, и 50 грамм сливочного масла. Вот эти ингредиенты у нас с вами пойдут для тортика, для самого теста и для глазури. Ну а теперь приступаем к самому интересному. Первым делом мы должны с вами для теста растопить шоколад. Я в маленькую кастрюльку налила совершенно немножечко водички, для того чтобы шоколад не пригорал. Это можно также делать на водяной бане или же в микроволновой печи, но вот я предпочла этот самый простой вариант. Теперь ждем, помешивая аккуратненько на маленькой-маленькой температуре, пока наш шоколад растопится. И мы с вами приступим к приготовлению теста. Шоколад растопился, у нас изумительно пахнет в кухне. Теперь мы с вами должны смешать все ингредиенты, как обычно. Первым делом я отправляю яйца. К ним добавим рисовую муку. Опять же, рисовая мука у нас цельнозерновая. Это очень-очень полезная мука. Теперь яблочное пюре. Бум. Так. И, конечно же, самый главный ингредиент – это наш шоколад. Какой он красивый, какой он тягучий, а как он пахнет. Вот, теперь, конечно же, мы с вами добавим буквально чуточку соли и ванилин. Соль. И заметьте, не ванильный сахар, а ванилин для вот этого запаха. Теперь мы это чудо хорошенько взобьем. И вот что у нас с вами получилось. Вот такое чудесное тесто, которое я уже попробовала. Оно неимоверно вкусное, даже сырое. Буквально крамучку попробую. Теперь мы наше тесто должны отправить в смазанную силиконовую форму и поставить это все в нашу разогретую духовку до 180 градусов. Силиконовую форму мы спрыскиваем маслом или смазываем, как вам удобнее. Но я очень довольна этой штучкой, она меня всегда спасает. Все, еще 2 спрыска. И теперь отправляем наше божественное тесто в нашу форму. Смотрите, как оно красивое. Также у нас пахнет, как жаль, что нельзя передать все запахи через камеру.
друзья, это такой шедевральный тортик у нас с вами получится. Как мы с вами его назовем? Давайте придумаем. Трюфельным или Рафаэлло. Ну, вот так вот где-то. Как и договаривались, мы сейчас отправляемся на 30 минут в духовку, которая разогрела до 180 градусов. Наш тортик уже испекся. Вот так вот он выглядит. И пока он остывает, давайте с вами приготовим глазурь. Вот точно по такому же принципу. Я поставила, сейчас немножко убавлю на пятерочку нашу кастрюльку. Налила буквально немножечко водички, чтобы прикрыть дно. И теперь мы сюда отправим масло. И к маслу уже пойдет наш. И вслед за маслом пойдет наш шоколад. Делаю пинцет, чтобы он не очень сильно громко упал сюда. Все, теперь помешивая на этом маленьком огонечке, мы растапливаем шоколад с маслом. Обязательно, очень важно помешивать при этом, чтобы ничего у нас с вами не подгорело. Когда мы все это растопим, мы введем постепенно наши миндальные орешки. Смотрите, все наши ингредиенты вошли во взаимодействие. И вот такое вот прекрасное шоколадное чудо у нас с вами получилось. И теперь договаривались. Отправляем сюда наш миндаль. Буквально чайную ложку, может, столовую, я отсыпала для того, чтобы мы потом с вами украсили наш тортик. Все, перемешали. Теперь даем остыть буквально минуточек 5, вот, чтобы, опять же, наша глазурь стала более, ну, буквально немножечко гуще, вот так скажем. И с вами всю эту прелесть видим на наш трюфельный тортик. Наш тортик уже остыл, и мы его должны переложить в форму, в которой мы будем его украшать. Аккуратненько. Стараемся его перевернуть. Смотрите, какой он красивый получился у нас. Он еще немножко все же горячеват, но тем не менее, ждать больше нет сил. Теперь мы будем эту всю шоколадную прелесть покрывать нашей глазурью. Совершенно в произвольной форме. Ничего страшного, что, видите, шоколад стекает. В этом даже есть своя прелесть, потому как можно будет его как дополнение накладывать еще на каждый кусочек. Прям какой-то шоколадный рай у нас с вами, видите? У кого маленькие дети, поверьте, они начнут уже бегать и пальчиками собирать тот шоколад, который у нас сейчас стекает. В всяком случае, мои дети всегда так делали, если да, я пекла что-либо. Крем или шоколад. Дети обожают. Вот просто он будет у нас купаться в шоколаде. Теперь наш последний штрих. Мы украшаем все это такими миндальными слайсами, стружкой, да, по-русски. Так вот. Вот скажите, ну разве это не прекрасно? Я уже повторюсь, запах у нас такой чарующий. Все. Та-дам! Сейчас немножечко все остынет. Я разрежу обязательно кусочек и покажу вам разрезе. Друзья, посмотрите, что у нас с вами получилось. Ну разве это не шедеврально? Посмотрите, какой он красивый, пахнет совершенно потрясающе. А на вкус вы будете действительно очень и очень приятно удивлены, потому что вот это сочетание яблочного пюре и шоколада, это что-то нечто. Вот я просто очень и очень довольна этим рецептом, и
искренне вам желаю не полениться, а приготовить, спечь вот такой вот тортик, который будет полезный. Почему? Потому что шоколад у нас 75% какао. Вместо сахара, как я уже повторюсь, у нас пюре яблочное, муки аж 2 столовые ложки, то не муки, а цельнозерновой рисовой муки, что очень полезно, да, протеин сплошной. Так что можно кушать такую прелесть, ну, как бы с чистой совестью. Ну, конечно же, нужно всегда помнить о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Поэтому не надо съедать прям целый тортик и все. А вот кусочек с кофейком или с хорошим чаем – это сплошное наслаждение. Дорогие друзья, я очень рада, что сегодня мы с вами сделали вот это произведение кондитерское, очень вкусное и удачное. Желаю вам всем здоровья, счастья, любви и, конечно же, всех благ. До новых встреч, до новых рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Оставляйте свои комментарии, буду рада. Пока!